В Харьковской области к проектам в медицинской сфере подключится Евросоюз. Поддержку и участие европейцев пообещал посол ЕС в Украине Хюгмин Гарелли во время встречи с губернатором Юлией Светличной. Все подробности у Светланы Шекеры. Хюгмин Гарелли начинает утро со встречи с харьковскими чиновниками. Глава Харьковской облгосадминистрации рассказывает послу ЕС, как идут реформы в регионе и договаривается о новых точках взаимодействия. ЕС поможет строить новые центры предоставления админуслуг и поставит оборудование для онкоцентра. Домовилися щодо можливості організації окремих програм поставки устаткування та обладнання у новий онкологічний комплекс, який буде будуватися в Харківській області. Домовилися, що на Харківщині буде запроваджено проект підтримки сільської медицини, який надасть змогу фахово підготувати медичні кадри, надати можливість підтримки грантам медичним, а також зробить оцінку якості надання медичних послуг і надасть рекомендации, за которыми мы сможем постоянно удосконаливать этот процесс. Посол Евросоюза отметил, что несмотря на сложные условия, реформы в области идут и касаются они разных сфер жизни. Мы со стороны ЕС хотим поддержать госпожу губернатора и ее усилия в стремлении создать новые рабочие места в регионе, повысить качество услуг, которые предоставляют гражданам в результате децентрализации, повысить качество услуг, которые предоставляют правоохранительные органы в Харьковской области при поддержке консультативной миссии Евросоюза, повысить качество первичной медицинской помощи в рамках реформы в сфере здравоохранения. Завтра посол Евросоюза встретится с харьковскими студентами, а сегодня вечером отправится на стадион «Металлист» смотреть матч Лиги чемпионов, где украинский «Шахтер» встретится с итальянской «Ромой». Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал «Интер Харьков».